Вот, ребята, сегодня мне попались наша новая украинская валюта. Вот лежит 1 копейка и 1 гривня. 2 копейки, 2 гривни. Я бы хотел задать вопрос. Хоть одна бабушка или дедушка эту 1 копейку от гривны отличит, если ей выдать пенсию с учетом вот этих копеечек, она будет отдавать за 1 копейку, за 2 копейки эти 1 и 2 гривны. Чем вообще думали, когда производили эти деньги, в которых нету абсолютно практически визуального никакого отличия?